Всем привет, ребят. Ну что, вот сарделька, знаю, многие пишут, почему ты не снимаешь, ты забросил там и прочее. Ребят, не забросил. У меня просто не хватает времени, я вам об этом говорил, на бездонатный аккаунт, тем более вышло обновление, я постарался вам показать все плюсы и минусы обновления, чтобы вы видели, что качать, что не качать, какой талант, древние это испытания. Испытание смотрителей тоже уже вам показал, в принципе, показал вам достаточно много, английским был занят. Ну, в общем, было чем заниматься, вы получили кучу информации, теперь у меня больше свободного времени, мы будем снимать без доната. Паролем, возможно, сегодня посмотрим. В общем, у меня открылась уже наконец-то забытая ЗБшка. Как видите, мне Валентинка об этом напомнила. Спасибо ей, напоминалки сделали. В принципе, это очень хорошо для бездонатов, потому что они хотя бы будут знать, что куда двигаться. Вот обучалка – это однозначно плюс. Итак, для любого начального аккаунта, сразу говорю, если вы там думаете, что попасть в топ так легко, это далеко не так. Донат, бездонат, донаты сейчас тоже сливаются, потому что после введения многих усовершенствований, скажем так, героев, реально можно слиться даже с топ прокачанными героями обычной пачки, потому что есть смотрители, которые просто офигенно дамажат, и если вы попадете не на того смотрителя, а случайно такого же самого игрока, как вы, там доната без доната вас просто сольют, и вы скажете, как так, ну вот так, в этом и трешечок уже для без доната и доната на забытой. Конечно, можно собрать плюс-минус пачки и тащить здесь. Итак, для того, чтобы тащить в забытой битве, надо однозначно, чтобы герои сразу включались. Есть герои-автопрокеры, которым необходима ремка. Поэтому без ремки в эту локацию там особо не то чтобы не суетесь, но не рассчитывайте там и не особо бомбите, когда вас сливают. Это нормальное явление для бездоната. Сейчас для бездоната вообще нормальное явление, когда его сливают. Если ты без доната, ты обязан уметь терпеть. Вот так вот. Так, ну, составляем пачки. У меня, к сожалению, героев много нет. Я вам говорил, что я не буду использовать вот стрелка, ведьму там, да, Фрэнки, которых мы получили, Дрейка. Я вам просто покажу пачку, какую я бы создал, допустим. Почему Дрейк? Он имеет свойство станет героем, соответственно, ваши быстрее ударят там и, возможно, вам повезет. Но на начальном левеле я в этом сомневаюсь. Вот мы соберем вот этих всех героев со станом, да, там и прочей фигней вот сюда, в эту пачку. Это будет у нас там одна пачка. Максимум вы можете поставить 3 героя. Как видите, у меня смотритель еще не открыт, у меня нету смотрителя, поэтому, возможно, на моем левеле это будет еще нормально. Так, наша имба сетна. Да тут у меня даже выбора особо нет. Сейчас так соберу поинтереснее что-то и попробую побегать. Тут вариаций не особо много, когда у тебя нет героев. Как видите, есть, вот мы собрали пачки. Выберите оппонента. Ну, тут любой оппонент меня просто сейчас ушатает. Тут уже смотришь, блин, и страшно. Количество ваших боевых шансов. Ну, в общем, есть каждые сутки, есть 5 попыток. Через 3 дня, грубо говоря, сезон закончится. Точнее, через 3 дня, через 2 часа. Есть нюансы по ЗБ, сейчас я вам это все расскажу. Давайте сделаем. Есть 5 бесплатных обновлений. Вот я нажал выбрать противника попроще. Поехали, попробуем. Вот эта сила пачки показывается. Ну, тоже Фрея. Ну, все. Минус моя первая пачка. До свидания, однозначно. Целую неделю идет забытая. Каждые сутки по серверному времени обновляются попытки. Ну, видите, да, что делается. То есть тут сарделю просто унижают и будут унижать очень, очень длительное время. Это просто unreal. Тут любой на кого... Кого не напади, будет с топовыми героями.
Есть целая неделя, и на протяжении недели каждые сутки вы имеете возможность, у вас попытки обновляются. Соответственно, в конце сезона чем больше вы набьете, тем больше вы получите самоцвета. Соответственно, это еще один дополнительный заработок, скажем так, для аккаунта. Ну, тут, к сожалению, тут просто первые дни сразу будет просто плюс 50 самов и не более того, ой, точнее плюс 50. Плюс вы получаете кулачки, как видите, они добавляются. За проигрыш 10 у меня будут пока, к сожалению, проигрыши с моими героями. Если победил, там в зависимости уже от того, сколько очей у твоего противника. Есть ранги, скажем так, и на каждом ранге даются отдельные свои очки. Отлично. Вот можно посмотреть. То есть первые там от 0 до 100 вы получаете. А второй, когда вы уже свыше 300 набили, это за неделю вы можете получить 100-200. И, соответственно, чем дальше, уже тем больше. 1500 вы получаете вот такое количество самых. И также у вас есть тут сколько процентуально вы будете больше получать кулаков. В итоге, когда заканчивается сезон, через 2 часа надо сразу же проходить. То есть это, как обычно, это понедельник. То есть после обновления сервера сразу же надо проходить. Почему? У многих после окончания сезона они не сразу проходят, и у них остаются на вашей же, там, грубо говоря, силе по 1000, допустим, там 300, 200, 500, у кого как, кто на каком. Если вы будете ее убивать, у вас 0. Соответственно, вы сможете сразу же больше получить. То есть нормальный режим — это ты пробегал весь сезон, и сразу же после окончания последнего ты бьешь противников, ну, надо выбрать, конечно, в кого выиграть, бьешь их, и, соответственно, получаешь потом больше очей, и, соответственно, на следующий сезон ты можешь выше продвинуться, то есть намного лучше показать результат. То есть это основное, потому что если вы пропустите первый день, вы потом намного меньше заработаете. То есть этот момент надо всегда учитывать и не пропускать именно вот это. Так, ну что тут у нас затащим? Ой, отлично, красавчики. Ну, конечно, затащат. Вот. Ну, вот моя первая победа, как бы вроде. Итого. Плюс 37, как видите. То есть не 10, а уже намного больше. То есть надо искать противников таких, которых там печалька 50 какой-то есть. Ну, тут я бы не сказал, что печалька, тут панчбокс даже есть. Вот один панчбокс меня вынесет сейчас. Да. Команды, то есть есть у каждого против вас противник, есть очень много нюансов позабытое. Вот дерево, как видите, есть. Оно работает только в атаке, в дефе оно не работает. У него, если дерево сейчас юзнет скилл свой, они не оживут. Вот как видите, просто не оживает. В атаке, так как я вот атакую, оно будет работать. Без вариантов тут. Вот, в итоге я получил за 5 попыток 77 очей, ну, соответственно, кулаки получил, то есть это очень хорошо, отсюда фармить кулаки, надо не забывать про эту локацию, обязательно фармить. Давайте бесплаточка, шаман, новый вид роллинга у нас. Так, а тут что у нас, каменка, понятно все. Так, ну давайте откроем фиолетовое яйцо, и нет, к сожалению, мы не выбили нового питомца. Ой. Чуть-чуть не зафейлил. 500 самов. Для Сардели это очень дорого. Так, окей, с этим разобрались. Ну, обнова как обнова. Я вам уже ее показал. Тут особо что-то рассказывать не буду. Выращивай призы. Выиграй телефон. Для Сардели это именно то, что надо. Так, грома у нас нет. Для бездоната, к сожалению, тоже ничего нету. Вот такая вот печалька, ребята. Все, теперь с обновой мы закончили. Будет больше времени на аккаунт. Соответственно, будем быстрее его прокачивать.
Что там у нас следующее? На следующем титуле у нас откроется КБшка. Это будет интересно. Та локация, которую надо фармить без доната, потому что без доната реально очень сложно получить кристаллы. Синие и красные, которые все больше и больше нужны. И это очень печально. Придется ее фармить тоже. И время на это терять, но ничего не поделаешь. Так. Лабиринт с 12 тысяч сил. В общем, надо где-то до 15 тысяч сил активировать, потому что это мы, думаю, тоже сделаем. 12. 20к. Смотрите, аж на 28. Ну, в принципе, это все реально. Так, что там у нас по магии? Тоже надо улучшать. Не терять. Так, использовать. У меня больше ничего такого интересного нет. Так, с удачного сундука отлично еще карта смены нам выпала. И в любом силу надо улучшать, потому что надо активировать следующие квастики здесь, чтобы побольше самиков заработать. Так, окей, ну что, поехали рольным. Думал ролить, не ролить, потом думаю, а что не ролить? Надо заролить, а вдруг что-то интересное выпадет. Просто эпический роллинг, ребят. То чувство, когда... Я даже не знаю, такое ощущение, блин, обидно. Как будто слил миллион на нового героя, и нифига не упало. Ну, это рандомчик. Захотел, я заролил. То есть надо в любом случае куда-то тратить самоцветы. Да, их можно было купить там строителя и прочее. Но так как у меня времени не так уж и много, они у меня в начальное время все равно пустуют. Вы копите там самоцветы уже и прочее. Не рольте их так, но без донаты после этого роллинга, наверное, тоже плачут. В последнее время что-то роллинг реально печальный. Я это уже показывал. В любом случае, Сарделя не получил имбового героя, зато получил немножко кулачков. Надо будет 5к открыть и купить коробку. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Знаю, будет больше видосов. Постараюсь уже дальше больше трешивать. Будем создавать гильдию скоро и играть уже как нормальные все люди. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.